What is happiness for you? Приветствуем всех, кто интересуется выращиванием грибов при усадебных хозяйствах. Это видео мне захотелось снять в связи с тем, что вот неожиданно появились грибы в такое непривычное для них время. Обычно говорят, что вешенка на пнях растет или где-то в апреле-мае, или начиная с конца сентября и уже до глубоких холодов, как бы зимой. А здесь вот тот случай, когда после очень жаркого лета и где-то фактически 4 недель без осадков прошел один мощный ливень. И вот сейчас мы можем видеть результат. Это июль месяц, начало июля месяца. Можно видеть, как на пнях эти пни были посажены где-то год назад, именно в это время. То есть в июле месяце они, по моему способу, под них был заложен исключительно самый бракованный мицелий, который явился браком при производстве мицелия. Это был почти наполовину зеленый мицелий, который жалко было выбрасывать. И были пни, которые не были совсем свежими, они уже подсыхали. Значит, эти пни были просто поставлены на этот мицелий и присыпаны землей. Вот сейчас мы можем видеть результат. Здесь одни грибы уже такого размера, что их нужно снять. А вот здесь эти еще нужно оставить. Они к завтрашнему дню должны еще раз подрасти. Главное, что хотелось бы сказать, что тот случай, когда то есть урожай грибов, они как живой организм. То есть непонятно, по каким причинам они находят те условия, в которых они будут произрастать. Но вот можно видеть, что в июле месяце можно собирать вот такой урожай грибов в своем приусадебном хозяйстве. Желаю всем успехов и огромных урожаев в ваших приусадебных хозяйствах. Желаю вам, чтобы у вас росли вот такие же грибы и приносили вам радость на протяжении всего года. Всем до свидания.